в открытом мире. Поэтому в этом видео мы проследим за приключениями игрока через территорию США. Он будет апгрейдить машину, изменять ее, настраивать ее под себя, для того, чтобы успешно справиться с испытаниями. Еще он будет добавлять друзей в команду, потому что в последней миссии ему понадобится вся помощь, которую он только сможет получить. В The Crew мы хотим, чтобы игрок привязался к своей машине. Поэтому предоставили почти безграничный выбор настроек машины. Вы можете приспосабливать ее под любое окружение. Настройки позволяют улучшить и облегчить прохождение местности. Также они позволяют сделать вашу машину уникальной. Есть возможность выбора машины с коллекции. Также есть выбор готовой настройки под вызов, который собираетесь преодолеть. Например, на бездорожье. Мы получаем доступ к модификации, которая позволяет подобрать набор перков в зависимости от желания игрока. Давайте выберем перк торможения. Он всегда полезен. Давайте протестируем машину на просторах угольных карьеров. Один друг уже ездит там, поэтому мы пригласим его в команду. Теперь мы можем улучшать скилл следования вместе. Чем больше мы остаемся на линии, тем больше каждый из нас получит награду. Для этого испытания на этой трассе выбор перка торможения был самым разумным решением. The Crew предоставляет открытый мир, наполненный миссиями и испытаниями. Завершение испытания поощряется денежно, очками опыта и рандомными частями машин. Давайте посмотрим, сможем ли мы добавить третьего члена в команду. Например, исследованием территории Майами. Вот и наш друг. Он готов присоединиться к нашей миссии. Это эпичная гонка на шоссе. Состязание в команде дает нам гораздо больше шансов на успех. Как только наша команда победила, игрок, который проявил себя лучше, получает больше денег, больше экспы. Именно поэтому присутствует и азарт среди членов команды. Этот новый вызов происходит на травянистых полях Среднего Запада. Поэтому нам нужны рейдовые настройки машины. Эта миссия — идеальный пример уникального опыта команды. Захватывающая дух гонка в открытом мире. Каждый игрок свободен в выборе машины, настроек, оборудования. Представьте такую езду через всю территорию США. И как она втягивает игрока в неожиданные приключения. Встречи с игроками, бросанием вызова и становление команды.